такие ящики установлены в трех местах недавно были. Это на Ворошиловском 47, рядом с Ринхом, на Большой Садовой 26, возле Халтуринского, и на Буденновском 82, возле Текучева. Вот у меня есть батарейки, аккумуляторы от телефонов, лампочки энергосберегающие и градусник. Куда я это могу выбросить? На свалку это выбрасывать ни в коем случае нельзя, потому что опасные химические элементы отравляют природу. А сдавать дорого, потому что за прием лампочки, например, требуют с вас 15 рублей. Сейчас мы посмотрим ящик, который установили возле Ринха. Это для батареек. Это для ламп и градусников. Вот тут есть внутри градусник. Уже кто-то выкинул. Это фирма Экобаланс. Это очень хорошее начинание. Наконец-то можно сдать все и в одном месте сразу. Еще оформили остановки в тематическом виде. Чтобы мы берегли природу.